Всем снова привет, меня зовут Роман, и мы продолжаем играть в Алана Вейка. Что же, дамы и господа, мы продолжаем. Так, мы остановились на том, что приехали к угольной шахте. Давайте прочтем. Ну, кому надо, тот прочтет на паузе. Так, вот вагоны. На какую-то игрушку смахивает. Ну, красиво все равно. Ну, сталкер какой-то, похоже. Так. Точно сталкер. Надеюсь, тут не будет никаких бабаек. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The new sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was a waste of time. Тяжело. The bastard never showed up. А этот чертов ублюдок так и не пришел. Печально. О, достигнута контрольная точка. Wait, where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. Где... You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around. You wanna see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! I'm gonna kill him! И чё? I had to get to Mirror Peak. Как? Блин. Я сейчас реально подпрыгнул. It was close. Вы видели, блин, это мое выражение сейчас лица? Ой, капец вообще. Каким чёртом? А во, всё. Ребят, ну не дай бог. Вот так испугаетесь. О. Берём всё. О, термос, термос. Термос всегда берём. Свет включили? А, нет. Прыгаем. Ого, записка. Записка. Читай. Читай. Все. Так, где? Как про. Ох ты, сколько тут всего. А тут бесконечно, походу. Еще револьвер взят. Видимо, сейчас обороняться придется. Давай, иди ко мне, родной. Перезаряжаемся. И, блин. Так, что ты не помираешь? Скотина. Ой, о господи, напугался. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давай. Так, ну вроде теперь все. Блин, конечно, сильно напугался. Да ладно. Все, да. Идем дальше. О, грены. Пригодится. Конечно, игра вроде не страшная. Давайте. Рубитесь! Все. Игра вроде не страшная, вроде как бы.
за душу и берет. Чего не за такое-то? Ха-ха-ха-ха-ха. Тупая вещь. Ой, я упал. А я сейчас знаю, что сделаю. Гранату доброшу, да и все. И не буду вообще париться. Так. Согрену. Ой-ой-ой-ой. А, нормально все сработало. Ах ты ж! Вещь! Не бей меня. А, так. Залезай. Алан, вейк. Вейк. О, дверь. Блин, вещи, конечно, тут оживают. What the hell, реально, а? Какого черта? Мой хана, на мой хана, ребята. Ребята, help me. Поехали. Машин как-то поспокойнее. Ах ты гад! А! Ах ты гад! Маленький. Петрила. В руку. Все. Нормально. Машину, правда, разломал я. Ну да ладно. Всяко бывает. О. Ракетница возьмем. Все. Так, не. Ага, мы отключили электричество. Ну, сейчас начнется эпик шоу. Стопудово. Да, что это, зря что стоит. А, ну что, очкуешь, да? Все. Фиг вам. Назад. Давай. Все отлично, давило. Слишком много. Ах, кидун еще маленький. Я вас так буду называть. Ах, ты маленькая гнида. Давай! Алан! Алан! Давай! Ух ты ж, ёкуна! Все замечательно. Всех вроде разбомбил. Блин, у меня уже чуть палец болит. Так долго что-то играю. На джойстике. А когда ж ты сдохнешь-то? Самый противный ёшкин кот. Честное слово. Чё-то реально палец, мизинец болит. Сильно то ли давлю на джойстик пальцем, только не понимаю как. Ладно. Да. Вот где ж вы есть-то, а? Ай! Блин! О, давай, ломайся. Ты теперь тоже. Отлично. Ну что-то
плохо попадает. А он маленько косоват у нас. Так, ну все, побежали вперед. Вперед. Ага, все, прошли. Вперед. Контрольная точка. Идем дальше. Ой. Ёшкин кот. Ты не хочешь умирать, да? Ой. Ах ты гад! Все вроде. Вот перезарядимся. Ну давай. А, не та клавиша. Ну ладно. Все, побежали дальше. О, сигналка. Батарейки. И нам наверх еще выше нужно. Тихо. Стопудово отполезут. Он стопудово, отвечаю. Уже. Ах ты ж, ёкламная. Помрите все. Давай. Отлично. Полезли наверх. Теперь уже. А чё, хотел вот эти бочки бы взрывать, что-то вообще никак он не наводится даже на них. Так, о, кофеёк. Кофеёк со страницы рукописи, отлично. Интересно, что кофе даст нам в конце игры, если мы все соберем. Что будет? Мне кажется, ничего не будет. Или какой-то секрет, может, откроется игра. Так. Может, тут ворота надо открыть? Опять. Ребят, ну страшно же. Ну кого вы так пугаете? Я не любитель страшилок. О, давайте. Все открыли. Блин, вот не знаю, что я такой боязливый сейчас, не знаю, вот, с чем это связано. Звук, конечно, был жестокий. Садимся. Садись. Я сначала вот это сдержим, а. Вот теперь это. Это. Подождем. Все. Идем дальше. Знаете. Ха-ха-ха. Хоп! Ха-ха-ха! Почти всех убил. Тут самых крепких оставил на потом. Офигеть! С ним рядом граната взорвалась, а ему хоть бы фиг. Какие крепкие, а! Тут только посмотрите. Бронированные прям. Ёшкин кот. О, рукопись. Так. Так. Опять контрольная точка. Ну, я думаю, наверное... Ой, стоит нам, ёшкин кот, остановиться на этом.
эту часть, остановить эту серию. Ну что могу сказать, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, добавляйте в избранное. Ну всем спасибо, с вами был как всегда Роман, до новых встреч, пока-пока-пока.